Так, доброе солнечное утро. Сьогодні сонечко вже є, трохи веселіше. Продовжимо. Видим фару кентавра. Ну що, прицеп прицепили. Все нормально. Сідло поставили, колеса делаем. Холодно, минус 15. Сварка, кто-то спрашивал, работает или нет? Исключительно, вообще. Хороший сварочный аппарат дядя привез. Так, еще у нас родилась идея, так как снега много. Много снега. По колено доходит. Сегодня в лес ездили за елкой по колено. Дядя предложил сделать еще и лопату. Отвар. Нашли два листа. Сварим. Делаем отвал. Лопату, да. На кентавре еще не работали. Завели три раза. Подпадали провода тут. Электричество с фары. Ну, то такое, то мелочь. Вот. Видно, их собирают так. Я уже показывал. Еще раз так. С масленкой. Поворачивается он в разные стороны, если прицеп перевернется или что. Ну. Колеса надо сделать, да, но колеса, пока он стоял, попортились. Уже готов к работе, ну, еще никак мы его не выпустим из гаража, еще надо его модернизировать чуть-чуть. С лопатой, конечно, будет супер. Ну так, пока все, до новых встреч. Холодно, сильно холодно. Минус 15. Уф.